мы продолжаем удивлять своих клиентов. Возьми займ и выиграй путевку в лето. Отличные наличные. С заботой о клиентах. У Кузыла будет новый градоначальник. Как стало известно, городская конференция «Единая Россия» выдвинула на должность главы Кызыла кандидатуры депутата Горхурала Ирины Казанцевой и действующего главы Кызыла Дина Аюн, входивших в первую тройку партийного списка единороссов на выборах в городской Хурал 5-го созыва. В свою очередь, действующий глава Дина Аюн взяла самоотвод по семейным обстоятельствам. В городской конференции принимали участие делегаты от первичных партийных организаций города, депутаты, единороссы, победившие на последних выборах. Ирина Казанцева, действующий депутат Хурала, представитель Кызыла, председатель комитета по культуре, спорту, национальной политике и межмуниципальному сотрудничеству, директор 5-й школы гимназии столицы. Напомним, что в уставе Кызыла выбрана одна из пяти форм управления городом, где высшим должностным лицом является глава города Кызыла, являющийся отдельным органом местного самоуправления. Он также возглавляет Хурал представителя города Кызыла. Между тем, депутатский корпус города организовывает конкурс на должность мэра столицы, сити-менеджера. Всего победителем глава города заключает контракт на 4-летний срок. Данная модель управления Кызылом действует с 2008 года. Главе Тувы Шалбану Каролу официально представили нового генерального директора ООО «Межигей-Уголь», одного из самых крупных разработчиков угольных месторождений региона. Им стал 31-летний Александр Лукиных, до назначения занимавших в компании пост директора по производству. Новоиспеченный гендиректор, потомственный шахтер в четвертом поколении, родом из Кемерово, имеет три высших образования. Это горный электромеханик, горный инженер, подземных разработок и экономист. «Межигей-Угле» работает с момента строительства шахты. За 4 года вырос от старшего энергетика до директора по производству, под началом которого шахта вышла на рекордные объемы добычи. В свою очередь глава Тувы напомнил гостям о соглашении, подписанном между правительством республики и компанией еще в 2010 году. По его мнению, ряд положений этого соглашения не выполняются, хотя прошло уже 8 лет. Так, договоренности предусматривали подготовку и трудоустройство кадров из числа жителей республики. Их общая численность по условиям соглашения должна быть доведена до 60% всего штата, однако фактически она составляет сегодня чуть больше 30. Давайте попробуем все-таки взращивать свои кадры здесь. На сегодняшний день 437 человек. У шахтеров так складывается, что каждая профессия, чтобы стать проходчиком основной профессии, нужно пройти все этапы. Пусть сначала учеником горнорабочим, потом горнорабочим. Вот, проходчиком просто стать невозможно. Для этого нужно год, два, три. Сейчас 85% профессий ГРП, это самое, вот, с чего все начинается, именно коренное население. Причем ребята сначала пришли, они заняли нишу полностью, да, вот это ГРП, и мы на профессию ГРП никого вообще не принимаем уже почти полгода, вообще никого со стороны. А кто-то уходит, мы сразу берем, у нас уже есть готовые обученные ребята, то есть они обучались в Осенниковском техникуме. И сейчас пошли даже больше. Мы по срочному трудовому договору сверхштата приняли еще 8 человек. Глава республики также высказал пожелание, чтобы крупные инвесторы, включая «Межигей-Уголь», считались с ожиданиями местного сообщества, связанным с приходом бизнеса на их территорию. Это и активное участие в улучшении своей жизни и в развитии поселений и в социальных проектах. Впервые изучить вопросы этно-социальной ситуации в Туве съехались ученые Сибирского федерального округа. Накануне в Центре русской культуры прошел семинар-совещание, на котором уже приглашенные специалисты встретились с главой республики. Ход реализации стратегии государственной национальной политики в регионе и стал главным вопросом встречи. В свою очередь Шалбан Карол отметил, что данный вопрос требует вдумчивости и щепетильности. Здесь не должно быть попытки одним махом рассказать, где белое, где черное. И, конечно же, ни в коем случае здесь не должно быть такой, по возможности, не давать возможности людям с грязной рукой притрагиваться к той стабильности, к той дружбе, которая взращивается веками.
Между тем, глава привел процентное соотношение национальностей в Туве, где 82% населения республики составляют тувинцы, 16% – русские, остальные 2% – представители других народов. В свою очередь, Шалбанкарол отметил, что примерно такое же соотношение национальностей в республике было и в 80-е годы. Между тем, глава высказал мнение о необходимости принимать во внимание национальный вопрос и в кадровой политике республики. Ни в коем случае не было мононациональных коллективов. Она не соответствует как реальной раскладке наций здесь у нас на родине, ну и по большому счету она не соответствует и тем самым требованиям закона, потому что, по всей видимости, в национальной политике первый самый главный принцип, который должен быть, это принцип социальной справедливости, когда мы проводим подходы к кадрам. Каждый человек, стремящийся добиваться себе результативной работы, должен надеяться на то, что он будет призван, он будет замечен и будет подниматься вверх по своей лестнице, насколько он способен. И в этом отношении, конечно же, национальный признак, он в той или иной мере должен присутствовать. Мононациональные, я имею в виду не только чисто туинские коллективы, но и в том числе чисто русские коллективы. Чего ж греха таить, относительно недавно такие коллективы существовали. Кызылская ТЭЦ, например, возьмем, или Тува-Энерго. В свою очередь, Юрий Попков, доктор философских наук и специалист по этносоциальным процессам и национальной политике, считает, что этнокультурные ситуации в регионах разные, когда как межнациональные отношения – это лишь верхушка айсберга, а глубинами являются сами этносоциальные процессы. В последнее время, ну, мы знаем, что Тува, как мне говорили, всего 12% русских осталось в Туве, и отток русских из Тувы, он оборачивается проблемами не только для русских, которые здесь остаются, есть определенное напряжение, но и для самих тувинцев тоже возникают дополнительные проблемы, которых раньше, может, не было. Ну и, конечно, это, я считаю, определенные сложности возникают для социально-экономического развития всего региона. Стоит отметить, что научно-практическая конференция продлится 2 дня. В свою очередь, приглашенные ученые высказали свое мнение о необходимости проведения в Туве качественного и количественного социологического исследования для стабилизации этносоциальной ситуации региона. Сегодня с утра на Ангарский бульвар Кызыла с лопатами и мотыгами пришли люди в формах. Работа начала кипеть, и саженцы сосен крупномеров нашли свой дом на бульваре. В рамках всероссийской акции «Живи лес к имеющимся деревьям» сотрудники Госкомлеса Тувы прибавили еще 48 полутораметровых сосен. Напомним, в этом году на улице Ангарский бульвар уже посажено 30 сосен крупномеров, 32 березы и 2058 ильм. По программе формирования комфортной городской среды на Ангарском бульваре обустроен сквер для отдыха горожан. Здесь же выложена пешеходная дорожка. Из брусчатки построена детская игровая площадка. В сквере посажено около 50 различных деревьев и кустарников. Это сосны, березы, а также ильмы, которые исполняют роль живой изгороди. Крупнейшая шубная выставка от десятка российских производителей. Встречайте! Лучшие фабрики Пятигорска. Только до 23 сентября. ЦУМ. Цокольный этаж. Георгий Дронов, Андрей Кайков, Галина Данилова и Эдуард Радзюкевич в комедии «Любовный пасьянс». 16 октября в Национальном театре. Травы Тувы сохранили рецепт пантового бальзама «Бойдус». Мы улучшили вкусовые качества путем добавления ягод и ароматных трав, сохранив при этом все полезные качества, которые дарует нам природа. Консервантами являются сахарозаменители сахар. С бальзамом «Бойдус» всегда красота, положительная энергия и сопротивляемость к невзгодам. Продукт пастеризован. Магазин «Травы Тувы». Чульдум 44. Овиол. Нет машины? Шубы нет? Вот вам маленький секрет. В «Белке» шубу покупай и Volkswagen получай. Много шуб в рассрочку. С 24 по 27 сентября. ЦУМ. Цокольный этаж. В
Туве местная жительница подозревается в причинении смерти по неосторожности малолетнему сыну. 19 августа в правоохранительные органы города Кызыла поступило сообщение об обнаружении в одном из частных домов тела двухмесячного мальчика без внешних признаков насильственной смерти. По данному факту региональным следственным комитетом возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в ночь с 18 на 19 августа текущего года жительница правобережного дачного общества города Кызыла, находясь в состоянии алкогольного опьянения, легла спать рядом с двухмесячным ребенком. Ночью, покормив ребенка, женщина уснула и наутро уже обнаружила, что он не подает признаков жизни. В настоящее время по уголовному делу для установления всех фактических обстоятельств произошедшего события проводятся следственные действия. Для установления причины смерти малолетнего ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается. В Туве стартовал второй республиканский слет военно-патриотического воспитания среди школьников, который проходит в рамках проекта «Тува. Территория мужества». Накануне подростки до призывного возраста собрались в местечке Бельбей. Вот уже второй год подряд школьники, состоящие на учете ПДН, собираются здесь, чтобы пройти курсы так называемого «молодого бойца». Сегодня у нас собралось 154 участника практически со всей республики. 102 участника – это студенты средних профессиональных образовательных учреждений. И 52 участника – это старшеклассники. Очень большой интерес в этом году к слету. Да, в этом году он проходит второй раз. В прошлом году также был здесь, на Бельбее, в очень красивом живописном месте, в условиях тайги. Вот, ребята учатся не только понимать, что такое начальная военная подготовка, что такое уставные отношения. Да? То есть очень широкий спектр знаний и таких привычных навыков они получают здесь. Да? Но и они учатся выживать в суровых условиях тайги. Сразу после прибытия подростков разделили на несколько смешанных команд. Так, по словам организаторов, им легче будет социализироваться. Кроме того, в первый день слета для участника были подготовлены различные мастер-классы. В первой беседке ребята ждали волонтеры-медики, которые на макетах показали, как оказать первую помощь до приезда врачей. Сегодня мы вот учим сердечно-легочной реанимации, шинирование ног при переломе ног и перевязка головы. Далее во второй беседке главный специалист отдела профилактики на водных объектах службы ГУЧС региона рассказал подросткам, как спасать тонущего человека. Я бы хотел сегодня с вами провести профилактическую беседу по двум темам. Спасению утопающего и помощь утопающему. По вашему пониманию, вы знаете, что такое спасение утопающего? Или помощь утопающему. Ну а чуть подальше на полянке спортсмены по смешанным единоборствам провели мастер-класс по боевому искусству. 7, 8, 9, 10, встали! Раскрылись! Две ширинки! Раз, два, три, не встали, полежи! Кроме того, ребятам рассказали, как вести себя, если заблудились в лесу, показали сборку и разборку автомата. Но больше всего интерес школьников привлек мастер-класс по стрельбе. Каждый из них норовил взять дополнительные пули. После завершения обучения сотрудниками МЧС были подготовлены показательные выступления и участникам еще раз напомнили о правилах пожарной безопасности. Открытие второго республиканского слета «Тува. Территория мужества» состоялось ближе к вечеру. Участников с торжественным открытием слета поздравил министр по делам молодежи и спорта. Здравствуйте, участники слета! Дорогие участники, спасибо, что приехали. У нас в этом году второй раз проходит этот слет в рамках губернаторского проекта «Тува. Территория мужества». И патриотизм, как мы все знаем, начинается со своей семьи, с двора, с села со своего, то есть и с республики и так далее. Но высшая степень патриотизма проявляется в защите Родины с оружием в руках. Поэтому кто как не мы,
в нашей республике, опираясь на пример нашего министра обороны Российской Федерации Сергея Кужевича Шойгу, да, не будем самыми мужественными, смелыми и храбрыми защитниками нашего Отечества. Поэтому желаю вам всем эти три дня провести продуктивно, работать командно, проявить все свои умения, мужество, и пусть победит сильнейший. Спасибо. Далее капитанам команд предстояло сдать рапорт руководителю слета. Товарищ руководитель, команда СБД для участия 2-го республиканского военно-патриотического слета, количество 10 человек построен. Рапорт сдал командир СОД. Вольно? Есть. Вольно. Первый день слета закончился песнями у костра. Отметим, что по итогам всех трех дней будет выявлена команда победителя, которая и получит главный приз – «Золотой автомат». Спонсор прогноза погоды – «Отличные наличные». «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России – от Камчатки до Калининграда. Устали играть в догонялки с зарплатой? Догоним! «Отличные наличные» – займы до зарплаты. По республике ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшие дожди, ветер юго-западный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду. В Кызыле переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до плюс 2, днем плюс 16, плюс 18. Устали играть в догонялки с зарплатой? Догоним! «Отличные наличные» – займы до зарплаты.